какая картинка лишняя? Ты ошибся. Правильно. Поезд и самолет – это транспорт, а ботиночки – это одежда. Какая картинка лишняя? Подумай еще. Умница. Плюшевые мишка и куколка – это игрушки, а лимон – это еда. Покажи лишнюю картинку. Правильно. Диваны – это мебель, а машинка – это игрушка. Покажи лишнюю картинку. Неправильно. Умница. Цыпленок и совенок – это маленькие детки, а уточка – взрослая. Найди лишнюю картинку. Неправильно. Умница. Панама и шапочка – это одежда, а цыпленок – это животное. Какая картинка лишняя? Неправильно. Умница. Жеребенок и верблюжонок – это маленькие детки, а олень – взрослый. Найди лишнюю картинку. Неправильно. Умница. Волчонок и лисенок – это маленькие детки, а лев – взрослый. Найди лишнюю картинку. Молодец! Бублик и хлеб – это еда, а сковородка – это посуда. Покажи лишнюю картинку. Неправильно. Молодец! Носочки – это одежда, а груша – это еда. Какая картинка лишняя? Ты ошибся. Умница. Ложечка и вилочка – это посуда, а огурец – это еда. Какая картинка лишняя? Ты ошибся. Ты убрал правильную картинку, потому что гусь и воробей – это животные, а свистулька – это игрушка. Найди лишнюю картинку. Ты ошибся. Ты убрал правильную картинку, потому что капуста и морковка – это еда, а ведерко – это игрушка. Покажи лишнюю картинку. Неправильно. Молодец. Стулья – это мебель, а шапка – это одежда. Какая картинка лишняя? Подумай еще. Молодец. Помидор и картошка – это еда, а ложка – это посуда. Какая картинка лишняя? Подумай еще. Ты убрал правильную картинку, потому что шкафы – это мебель, а рубашка – это одежда. Какая картинка лишняя? Ты убрал правильную картинку, потому что стрекоза и белочка – это животные, а вертолет – это машина. Какая картинка лишняя? Молодец! Кровати – это мебель, а мячик – это игрушка. Какая картинка лишняя? Ты убрал правильную картинку, потому что собачка и кошечка – это животные, а миска – это посуда. Найди лишнюю картинку. Подумай еще. Правильно. Лодочка и корабль – это транспорт, а уточка – это животное. Найди лишнюю картинку. Ты ошибся. Умница. Свитер и кофточка – это одежда, а чашка – это посуда. Какая картинка лишняя? Неправильно. Молодец. Слоненок и олененок – это маленькие детки, а петух – взрослый. Какая картинка лишняя? Умница. Тарелки – это посуда, а рыбка… Какая картинка лишняя?
Ты ошибся. Правильно. Стрекоза и белочка – это животные, а вертолет – это машина. Покажи лишнюю картинку. Правильно. Стулья – это мебель, а шапка – это одежда. Найди лишнюю картинку. Подумай еще. Умница. Помидор и картошка – это еда, а ложка – это посуда. Какая картинка лишняя? Неправильно. Молодец. Носочки – это одежда, а груша – это еда. Найди лишнюю картинку. Подумай еще. Ты убрал правильную картинку, потому что тарелки – это посуда, а рыбка – это животное. Покажи лишнюю картинку. Правильно. Жеребенок и верблюжонок – это маленькие детки, а олень – взрослый. Найди лишнюю картинку. Неправильно. Ты убрал правильную картинку, потому что яблоко и груша – это еда, а футболка – это одежда. Найди лишнюю картинку. Неправильно. Молодец. Капуста и морковка – это еда, а ведерко – это игрушка. Какая картинка лишняя?